Анапские спортсмены снова первые. В Абинске завершились краевые соревнования по рукопашному бою «Золотые перчатки» среди юношей и девушек в возрасте 12-17 лет. Они объединили более 400 участников из 15 муниципалитетов Кубани. Достойные результаты показала команда Анапской детско-юношеской спортивной школы номер 4. В разных возрастных и весовых категориях первые места заняли София Мишенина, Александр Мазжерин, Владислав Суворов и Ангелина Цыбан. Все они тренируются под руководством преподавателя мастера спорта России по рукопашному бою Александра Толовского. Поздравляем ребят с отличным выступлением, желаем новых побед! Спонсор выпуска – оптово-розничная база сельхозпродукции на улице Кольцевой, 15. В Анапе по инициативе администрации курорта открылась оптово-розничная база сельскохозяйственной продукции, которая является альтернативой рынка «Восточный». Возвели ее в районе хутора Чембурка по адресу улица Кольцевая, 15. Покупателей базы приятно порадуют ее низкие цены. Традиционно свою продукцию в первичном ассортименте – овощи, фрукты, специи, грибы и не только – жителям и гостям курорта здесь предлагают более чем 100 фермеров со всей Кубани. На этой торговой площадке представлен богатый выбор свежих, вкусных и полезных товаров. От орехов до рыбных деликатесов, а также хозяйственные товары оптом и в розницу.